цыганка зареканка по тропинке в лес ушла. Но! Солнце высоко, а ты только вторую корзину собираешь, Бэй. Ничего она не колдовала. Даю слово. Слово эльфа? Да? Стоит меньше, чем людское говно. Надо было в лесу оставаться. Хватит меня. Смотреть. Нельзя. Нам хоть последнего, кто пытался влезть в мои дела, нашли только через месяц. Ты меня хорошо понял, Хивай? Зачем так нервничать? Мог бы просто относиться ко мне как к проявлению здоровой конкуренции. Зачем ты с ним вообще споришь, герцог? Я всегда говорил, два сломанных колена значит гораздо больше тысячи слов. О, Геральт, хорошо, что ты здесь. У вас проблемы? Проблемы? У нас какие-то проблемы? Нет. Я просто хотел, чтобы ты познакомился с моими друзьями, пока они не убрались отсюда. А то они как раз хотели попрощаться, правда? Мы с тобой еще посчитаемся, Хивай.
И очень скоро. Что такое? Герцог, ты вшивого мутанта испугался? Хочешь, я его тебе прямо здесь уделаю? Посмотрим, что у него внутри. А потом велим краснолюду это сожрать. Хочешь? В другой раз. Идем, граф. Вот так вот. И чтоб больше мне тут не показывались. Тьфу! Эх, вот это я, сука, попал. Как 5 крон в говно. Что случилось-то? У тебя с ними какие-то дела? Как раз наоборот. Видишь ли, Геральт, мой старый друг. Ты хочешь попросить у меня помощи? Дело в том, что я вроде как должен некоторую сумму нашему общему приятелю Франциску Бедламу, королю нищих. И чтобы отдать долг, я решил серьезно заняться гвинтом. Все лучше и лучше. Нет, я не играю. Я картами занимаюсь. Самые редкие экземпляры продаются теперь по заоблачным ценам. К сожалению, другие об этом тоже знают. Я собрал отличную коллекцию. Не хватает только 3 карт. А как соберу все, тут же все продам. Но у меня на хвосте сидят люди герцога. Ну так как, Геральт? Хорошо, попробуем эти карты раздобыть. Чего не хватает? Фрингили и Виго из Ингрима и Яна Натальса. Их чертовски трудно достать. Герцог вот пытается, да тоже бестолку. То есть ты даже понятия не имеешь, где их искать? Ну, не все так плохо. Я готов поручиться, что они есть у Зеда. Он последнее время бросил скупать краденое и торгует только картами. Только он со мной не разговаривает. Я уникальную карту из колоды белок перекупил. Лучше ты к нему сам зайди. Зед, где-то я о нем уже слышал. О, важная персона в мире игроков. Владеет лавочкой у Южной Стены. И... спасибо, Геральт. Теперь я, может, и правда расплачусь с долгами. Не за что. Бывай, золото. Все обязательно должно быть так. В чем дело? Она надо мной издевается. Говорит, никакой я не артист, а просто бабник и бренчала. Ты представляешь? Назвала меня бренчалой. Мне все больше нравится эта девушка. Да ну тебя! Ты не возмущайся, а лучше докажи, что она ошибается. Так раз это я и собираюсь сделать. Я всегда мечтал открыть кабаре, и это место прекрасно для этого подойдет. Нужен только небольшой ремонт. Есть только одна загвоздка. Мне нужны деньги, так что... Если у тебя вдруг случится небольшой перерыв между утопцем и Кимой, может, поможешь старому приятелю? Чем я могу тебе помочь? Я когда-то встречался с одной девушкой, с холастикой. Ее отец, купец, возит пряности из Зерикани. И ни в чем доченьке не отказывает. Вот у нее мы и займем. Ладно, говори, в чем дело. А то я чувствую, у тебя уже готов целый план. А, после нашего внезапного расставания с холастикой на меня, наверное, дуется. Но, думаю, если ты немного поможешь, она меня простит, а потом даст взаймы. И чем я тебе помогу? Давай по порядку. Прежде всего, нужно одолжить тупой меч из реквизиторской мадам Ирен. Ну, знаешь, такой, каким пользуются во время представлений. Когда ты его добудешь, мы встретимся у дома с холастики. Допустим, но... Геральт, в этом плане нет никаких «но». Все будет хорошо, вот увидишь. Возьми меч у мадам Ирен, и как стемнеет, увидимся у дома с холастики. А старик Нуман в прошлый раз мне подарочек оставил.
Мне он никогда ничего не дарил. Кто давать не умеет, тот ничего и не получает. Что он опять задумал? О, ты из какой деревни будешь? Из Вербицы. Это... Дня пути от Вызимы. Мельфгард туда пришел еще до зимы. Хамьё повсюду. День добрый. А! Можете жить спокойно. Рада тебя видеть. У меня просьба. Я хочу одолжить кое-что из вашего реквизита. Бутафорский меч. Зачем он тебе? Еще не знаю, но Лютик утверждает, что он ему нужен позарез. Я так и знала, что с этим как-то связан мастер Лютик. Смею надеяться, вы не собираетесь со мной конкурировать. Прошу. Благодарю. Постараюсь его не повредить. Будьте здоровы. Ой, проголодалась я. Я страдаю венерической болезнью. Где тут возьмёшь? Говорят, какой-то убийца. Впрочем, ты не боишься. Я же понятия не имел, что она магией занимается. А он? Незнание не освобождает. О, наконец-то! Послушай, план такой. Схоластика обожает авантюрные романы. Если я спасу ее от разбойника, то стану в ее глазах героем. Она будет буквально есть у меня с рук и наверняка не откажет дать мне взаймы немного денег. Ты собрался сделать из меня этого разбойника? Ты все схватываешь на лету. Ты серьезно? Это и есть твой гениальный план? Ну, я никогда не говорил, что он гениальный. Ну, лучше хоть какой-то план, чем никакого. Я уже написал твои реплики. Что ты написал? Ну, чтобы ты знал, что говорить во время действия. Вот, и маска. Надень ее, чтобы схоластик тебя случайно не узнала. Но... Нет времени объяснять. О, схоластик идет. Действуем по плану. Утром встретимся в шалфее. Не с места. Что? Что происходит? Спасите! Сегодня не твой счастливый день.
Гони кошелек. Не так быстро. Брось меч, мерзавец. Это твой единственный и последний шанс. Лютик? Да, это я. Хотя подонки этого города называют меня Пурпурный Мститель. Скорее, Пурпурный Балабол. Молчи, каналья! Или пожалеешь, что родился на свет? Пурпурный Мститель! Вот сука! Стража! На помощь! Пурпурный Мститель снова торжествует! Мой герой! Ты не ранен? Он меня задел! Очередной шрам в моей коллекции. Пойдем ко мне. Я тебя перевяжу. Убирайся отсюда, мерзкий бандюга! Или Пурпурный Мститель пересчитает тебе кости! Люди, не пожалеете. Страдаю от бедности. Что же случилось с этим целителем? Я шел себе, ковылял по своим делам. Пожертвование. Я всю семью уже убил. Сына черный убил.